Вы проанонсировали предстоящее очень серьезное мероприятие. Это Всебелорусское собрание. Очень бы хотелось услышать от вас, Александр Григорьевич, какие важные вопросы будут вынесены на обсуждение и что нам, белорусам, от него ждать. Спасибо. Если откровенно говорить, я так думаю, не знаю, поддержите вы, не поддержите, это будет, скорее всего, Конституцией мы будем оговаривать. Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы вот такой вот орган был, который бы контролировал главное направление нашего развития. Первое. Нам надо утвердить пятилетку. Как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главная экономика. К чему мы будем стремиться? Люди должны быть сориентированы на 5 лет вперед. На что мы выйдем и что мы будем делать. Второй вопрос – политика. Вы сами его подкинули. Вот Конституция, там прочее. Это комплекс вопросов. Возможно, появятся какие-то другие, но окончательно мы их сформулируем после рождественских праздников. В конце января, начале февраля проведем Всебелорусское народное собрание. Но роль его, если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать, и в правительство, в парламент они не годятся, эти полномочия. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на 5 лет. У нас сейчас оно проводится один раз в 5 лет по решению президента. А то будет в Конституции, если будет, если вы поддержите записано. Нам надо поднимать этот статус. Почему? Потому что, знаете, если растворить полномочия президента, которые передаются там парламенту, правительству в основном, губернаторам, министрам. Если их растворить, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен какой-то орган, который бы мгновенно всех стабилизировал. А он будет выступать от имени народа, от трудовых коллективов уже. Это не повторение депутатского корпуса. Они как избирались, так и будут 110 человек. А вот эти, им деньги никто платить не будет. Это на общественных началах работа. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать.